Визит Вагита Алик I начинается в Нижегородском Кремле. Здесь президент Лукойла встречается с губернатором Глебом Никитиным. Обсуждают развитие сотрудничества. Уже действующие проекты, такие как комплекс переработки нефтяных остатков и те, что еще на старте. Это в первую очередь инновационный центр разработок и испытаний битумных материалов в Кстове. Призван такой центр решить застарелую проблему. Одну из двух основных проблем, да, нашей страны – это качество дорожного покрытия и сроки службы дорог. И это очень важно, что это будет практически единственный центр в стране, который располагается на территории завода по производству соответствующих материалов. То есть это такая тесная кооперация науки, исследовательской деятельности и, собственно, производства. Я уверен, что вот то отношение, которое демонстрирует и губернатор региона, и законодательное собрание – принятие тех или иных поддерживающих решений, оно делает из Нижегородской области наиболее привлекательной с точки зрения инвестиций регион Российской Федерации. Мы здесь чувствуем себя комфортно. Наши коллективы сегодня развиваются, каждый с объекта 500-600 новых рабочих мест. Из Нижегородского Кремля Вагит Аликперов отправляется в Кстово. Приветственное слово и вот момент, которого все ждали. Инновационный центр открыт. Одной из проблем, действительно, дороги. Я думаю, что это событие сегодняшнее важно и как с точки зрения повышения эффективности развития предприятия и компании «Лукойл», но оно имеет, конечно, и важное значение для реализации национального проекта и улучшения качества этих дорог. Этот научно-исследовательский центр стал единственным в России, расположенным в непосредственной близости от крупнейшей площадки по производству битумов. Такое решение полностью соответствует стратегическим задачам развития Нижегородской области. Сама задача центра не только новые разработки битума. Сама задача центра – инициировать и способствовать тому, что создана была среда под конкретный географический регион. Я уверен, что в будущем, когда все больше и больше будет строиться концессионных дорог, потребность в этих услугах этого центра будет возрастать. Этот центр оснащен самым современным оборудованием. Оно позволяет проводить самый широкий в стране спектр испытаний битумов и асфальтобетонов. В арсенале более 70 методов, моделирующие транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности. Лаборатория действительно впечатляет. Вот здесь, например, представлены опытные образцы асфальта. Сейчас подробнее о них расскажет нам специалист этого центра. Здесь представлены образцы плит, образцы после гератора. Они отличаются гранулометрическим составом, составом битумных вяжущих. После подготовки образцов они направляются на испытания в специальных машинах. А вот здесь те самые образцы испытывают на прочность. Вот так наглядно можно увидеть разницу между обычными битумными покрытиями и перспективными современными материалами. На обычном битуме мы получаем колею много превышающую, нежели здесь. То есть, применяя наши инновационные материалы, мы увеличим срок службы дорожного покрытия. С появлением центра качество асфальта на дорогах региона принципиально должно измениться в лучшую сторону. Евгений Алексеев, Артем Логинов и Вадим Лукьянов. Специально для регионов Лукойла.